Икора, если это все-таки шутка, то должен признаться, я поражен. Поразить тебя, Кейт, дело совсем не трудное. Давайте посерьезнее. Завала. Я сама серьезность. Не видно? Икора, что у тебя? Кто-то или что-то повредило нашу систему ПВО. И связь барахлит уже несколько часов. Отрубились все датчики за стеной. Может, дело в грозе? А может, данные со спутников? Их нет. Это же хорошо? Нет. То есть данных нет. У нас нет спутников. А это уже плохо. Быстро по местам! Бачки. Это налет. Это налет. Нападение на Красную Поляну. В смысле, наверное, не на Красную Поляну, а на Красную Зону. Планета Марс, получается. Фига себе, что это за корабль такой? Звезда. Так, мы типа походу слиняли с планеты. Повторяю, башня прием. Это Сити Хоук 723. Есть кто живой? А, нет. Тишина на всех каналах. Это я им иду. Даже на подмогу. На аварийной частоте. О, что у них там стряслось? Помнишь, я говорил, что ты слишком быстро летаешь? Забудь мои слова. Гони! Сейчас, походу, буду разыскивать живых. Оставшихся в живых, наверное. Блин, у меня только догадки. Что сейчас нам будут делать? Интересно прям. Дозорный пункт башни. Последний город Земля. Что там за задание? Защищать свой дом? Проберитесь в башню, отразите атаку. Отразить атаку. Ничего не понимаю. Кабал обычно покоряют системы, взрывая планеты. Чтобы не было их целью, она здесь, в последнем городе. Говорит командир Завала. Мирные жители, явитесь в эвакуационные пункты. Стражи, сбор на площади. Наш город не падет. Все, вас понял, прием. Вас понял.
Нейт! Эй, привет! Здорово, чувак. Эх ты, нифига себе. Завалы геройствуют на площади. Я на свидание с тем, кто это затеял. Я побыстрее. Хоп. Испарился. Так, найти завалу. Это свой, чужой? Свои. Блин, чуть не выстрелил. Мой арсенал открыт. Из него иди по тропе к ангару, откуда сможешь попасть на площадь. Фига, у него меч горит. Если как у призрачного гонщика цепь горел, так у него меч. Взять автомат. Какой-то взял автомат. Интересно, что еще можно взять? Наверное, все. Дальше что? Открыть дверь. Так, а это вообще надо посмотреть автомат. О, да он мощнее, чем моя пушка предыдущая. Это хорошо. Найти завалы. Продолжаем. Нажмите Q, чтобы бросить гранату. Так, мне типа вниз надо сюда. Тут ничего интересного нету. Все в огне, все полыхает. Синь-синь, режим эвакуации. Синь-синь. Так, это чужие и... Ух ты! Супер удар. Оп, у меня какое-то энергетическое оружие. Ни хрена он там по мне стреляет. Нормально я вот так. Блин, прикольная пушка. Валит всех. Его прям быстро завалил. Промазал. Присоединиться к завале на площади. Идем к площади. Мне надо на площадь. У меня еще суперзаряд подоспел. Так, я, наверное, на правильном пути, я так думаю. Должно быть, это их флагман. Здорово, чувачки. Я хотел просто мимо пробежать, а вы мне не дали. Нифига вас тут сколько. Зачистил. Еще один жив оставался. Они не только город атаковали. Взгляни на странника. Взглянуть на странника? На какого странника? Типа корабль-странник, что ли? Или планету они? А, вот эта звезда какая-то странная, да, он как присосалась к планете, блин. Будем освобождать, значит, планету.
Так, наверное. Мой призрак называет этих кабал Красным Легионом. Икора, что у тебя? Они элита. Безжалостная. Говорят, они не знали поражений. До этого дня. Сегодня им противостоят стражи. Но завала. Они штурмуют странника. Странник подождет. Мы защитим своих людей. Любой ценой. Опачки. Прям и дождик идет как надо. Ливень. Защитить башню, отражено атак. Ех ты, нифига там шмаляет. Здорово, чуваки, я вам на помощь пришел. Давайте отбивать. Ай-яй-яй, граната отлетела. А, нет, нормально. Что это за шар такой? Его нельзя подобрать? Нет, нельзя. Так, вон какой-то. Это что-то мне сейчас дадут. Филлипс. Кинетическое оружие какое-то получил. Красный легион силен, но мы сильнее. Так, первую будем атаку отбили. Пока последний житель не покинет город. Вторая, походу, атака пошла. Берегись, отступай за мой щит! Удерживай ворота, за ними наши шаттлы! Удерживать ворота. Так, удерживать ворота, это типа мне, я так понял, здесь стоять? Это вот одни ворота, да, я так предполагаю. Что это за штука вот эта вот? Удерживаем оборону. Флагман следующий в моем списке. Ага, отходить типа нельзя. Понял. Снаряды, укройся за моим щитом. Давай, я... Делай щит. Красавчик. Ух ты ж. Что такое? Взаимодействие. У Красного Легиона подкрепление. Покажи им, на что способны стражи. Вот на что, ребята, способны стражи. Завала. Вот был последний шаттл. Но глашатая никто не видел. Я попытаюсь его найти. Я буду удерживать площадь. Иди с Икорой и найди глашатая. Так точно, команда. Найдите Икору Рейн на бульваре башни. Помогите ей найти. Продвигайся! Ага, понял. Вон туда. Бегу. Да, здесь поспокойней. Ты кто такой? R2-D2? Ага, вон спуск. Икора! Нормально. Глашатая нет. Красный легион, больше мы ничего вам не отдадим. И пощады от меня не ждите! Нормально, она так корабли бьет, блин. Ну, мы точно с ней она выиграем. Она найдет глашатая. Нам надо добраться до флагмана. Отправляйся к северной башне. Я пошлю за тобой Аманду Холидей. Оп.
идет ожесточенная борьба добром и злом. Я играю, как обычно, в роли добра. Холидей в пути. Нужно избавиться от этого корабля. Оп, держите гранатку, ребят. Блин, заныкаться. Оп. Перезарядочка. Так, ну что, кто еще есть здесь? Ага, вот еще сейчас будет компашка. Всего лишь двое. А это кто? Типа босс. Вот и все, отдыхай, босс. Мне сказали, тебя нужно подбросить. Завала, со мной твой страж, о котором ты все трындишь. Доставь их на флагман! Живо! Держитесь там! Давай, здоровяк. Действуй же. Прям Звездные войны. Давай, здоровяк, она в тебя верит. Ну все, страж, пора задать им по полной. Дай знать, когда они уберут щиты, и мы им врежем по полной. Вот это ливень прям херачит. Нажмите Tab, чтобы увидеть текущую задачу. Найдите генератор щитов флагманского корабля Кабал и уничтожьте его. Понял. Фига себе, шарики летят. Это куда они? В космос? Улетают. Ребята, привет. Доставка пиццы. Эй, я доставщик пиццы. Кому пиццу? С нашпигованную гильзами. Дай-ка мне взглянуть. Так, поднимаемся. Надо посмотреть, загрузить. Пусти-ка меня в консоли, там мы сможем найти план. Да иди, иди. Ты у нас специалист. Так, генератор щита должен быть в нижней части корабля. Ну, я так и думал, что мне туда надо идти. Пиццемейкер, пиццемейкер. Вау. Эй. Чуваки, кому пиццу с гильзами? Кому, походу, не надо. О, бежишь. Тебе что ли пиццу-то надо? Ни хрена ты какой мощный. Где он? Их двое. Нет, он один такой. Завалил его. Эй, доложить обстановку. Да, патроны кончают. И огненная пушка начинает подводить. Что-нибудь слышно от Экоры? Как отправилась за глашатаем, ни слова. Стройся, со мной! Ребята, я вам бегу на подмогу. Терпите, ждите меня. Осталось чуть-чуть. Оп, эх, нифига себе, тут меня ждет не моя компашка, а враг. Я как так подпрыгнул? Меня так подбили, что ли?
Ой-ой. Оп, граната. Понял. С таймером. Граната с таймером. На. В бубен. О, кто-то ждет, стоит меня уже. Ждут доставщика пиццы. Так, мне вон туда надо. Так, а ты у нас кто такой? Типа босс. Мы тебя завалим. Снайпер? Нету снайпера больше. Так, ага, я на правильном пути. Оп, он меня даже ждет. Еще. И это все. И это все. Ага, спрятался. Снайпер. Давай, снайпер, выходи. Еще один, два снайпера. Нажмите Tab, чтобы увидеть цель. Так, что там надо? Пробивайте в себе путь к цели на флагманском корабле. Добраться до генератора. Окей, сейчас доберемся. Как по мне, вниз надо спускаться. Надо вниз спускаться. Генератор щита должен быть впереди. Логично. Оба, нежданчик. Типа крутой чувак. На. А вон и генератор. Ладно, уничтожь турбины. Щиты должны вырубиться. Да, вот так. Так, следующий. Ага, надо вниз спрыгивать. Ой-ой-ой. Охренеть. Я никуда спрыгнул. Так. Мне получается надо вот сюда, вот на эти вот. Вот здесь быть. Все отлично.
Температура поднимается. Сработало! Круто. А что еще? Где еще один? Вон там еще один. Вот он еще один. Последний. Завала, получилось. Щиты отключены. Завала? Аманда, мы поднимаемся. Че, он там не справляется? Умер, что ли? Команда! Блин, завалили и командора. Бежим быстрее к командору, открывай. Будем делать. Уже ничего. Добро пожаловать в мир без света. Страж, что происходит? Смотреть на меня, ничтожество. Твой род слаб, разобщен, дрожит от страха за стенами. Это не смелость. Вы просто забыли о страхе смерти. Позволь, я тебе напомню. Эх. Улетел, да ладно. Вы, стражи, недостойны дарованной вам силы. Мне кажется, он сейчас тоже прыгнет туда. И теперь ваш след. Мой. Охренеть. Это я типа вниз лечу, падаю, что ли? Или что это такое? Да. Значит, я все-таки жив оказался.